Ну вот, сегодня будем кушать stuffed pepper, фаршированные перцы. Это только перцы, но перцы лучше всего делать вместе, помидоры и перцы. Тогда получается более вкусно, одно питает другое, и вкус перемешивается все вместе, и получается еще вкуснее. Но сегодня только перцы. Но готовится одинаково все, и то, и другое. А часть, если остается фарш, то просто вот такие фрикадельки на остаток фарша делается. Вот. Ну, сейчас будем есть, и одновременно я буду рассказывать, как делается, если кто не знает. И да, это stuffed peppers. Вот. Тут у нас еще есть кефир, сладкий чай с лимоном, тоже будем запивать. Ну и вездесущий редиск. Так, подливаем кефир. Заедаем редиск. Запиваем чаем. Сладким. Значит, как делается? Для тех, кто не знает, берется перец. Сладкий вот такой. Срезается верхняя часть и заполняется все это фаршем, перемешанным с рисом и кинзой и или петрушкой. Кинза дает очень приятный вкус, ну и петрушка тоже может дать свой аромат. Если вместе с кинзой и петрушкой, еще лучше. Все это заполняется, все это перемешивается, фарш заполняется, да, верхняя часть перца срезается, и фарш заполняется вовнутрь. Все это вместе ставится в кастрюлю, один за другим вместе заливается водой и варится. В результате получаются вот такие вот фаршированные перцы. Ну, соль и перец по вкусу добавляется, конечно, само собой. Ну, это в качестве гарнира у нас жареная картошка. Еще ко всему. Я люблю подливать еще кефир. Кто не любит, может просто есть без подливания. Или подливать что-то еще. Доедаем редисочки. Если будете делать помидоры, то желательно такие продолговатые или эллипсовидные, такие овальные помидоры, они лучше заполняются. Это называется, кажется, Roman tomato.
если сделать их вместе, получается полная гармония вкуса. Соки перца перемешиваются с соками помидора, получается еще более вкусно. Картошечку еще вместе со всем этим, редисочку, ну и чаек. Рис, конечно, перед перемешиванием с мясом хорошенько промыть, потому что иначе останется на нем грязь. Само собой, петрушку и кориандр, кинзу тоже хорошенько промыть перед перемешиванием с мясом. Это само собой, это прописные истины. На всякий случай повторим. Побавим кефир. Кто хочет с хлебом, кто хочет без хлеба, это уже как вы привыкли. Я люблю хлеб, я привык к хлебу. Так получается более аппетитно и вкусно. Немного можно, чуть-чуть хлеба, там кусочка два. Можно сделать из капусты, тогда получаются просто голубцы. Кстати, чтобы хорошо отделились от кочана листья при приготовлении голубцов, я недавно видел, надо взять кочан, поместить в кастрюлю и нагреть, просто покипятить немножко, и они сами отделятся легко, листья, чтобы потом в них заворачивать мясо. Ну и можно еще сделать с виноградными листьями, наконец. Это всем известная долма. Все это ставьте овощи, фаршированные овощи, и перцы, и помидоры, и виноградные листья,
и листья капусты. Все это ставят в vegetables. Stuffed with mixed ground meat. Наполненный фаршем мясным. Иногда делают просто рисовый с долмой. Так менее вкусно. Вкуснее с мясом, конечно. Фрикадельки мы расправились. Сейчас приступим к красному перцу. Вот он как дополнен. У нас сейчас мы его разомнем так, чтобы легче было кушать. Прибавим кефир. И все. Даже на камеру кефир попал. Что можно еще дофаршировать, я даже ничего не представляю. Ну, авокадо фаршированное сделать, я не знаю. Это, наверное, мое изобретение. Фаршированное авокадо. Не знаю, как получится. Заедаем картошечкой, редисочку. Голубцы давно не кушал тоже. Все в основном мы делали перцы и помидоры. Долму можно сделать, конечно, тоже. Но там возня большая с виноградными листьями. Это гораздо более сложнее сделать. Но долма, конечно, это бесподобная еда. Это очень вкусное дело.
очень сытно. В принципе, даже и хлеб не надо. Тут даже и хлеб не нужен, конечно. Но вот привык с хлебом все кушать. Немножко, не больше двух кусочков. Вот сам перец. Сам перец поедим. Да. Ну и все это полезно, конечно. Сытно и полезно. Перец какой, как огонь прямо. Красный. Картошка хорошо сочетается с этим. Можете использовать другой гарнир, конечно. Гарнир, который вам более люб. Ну, с гречкой я не знаю, как получится. Но тоже, наверное, неплохо получится. Ну, два кусочка хлеба съедены, я думаю, что два кусочка достаточно. Такой сытной едой. Гарнир для гармонии не забываем. Вот, непривычка без хлеба как-то, но достаточно сегодня хлеба. Ну, почти все съели. Осталось немножко мяса. И пообедали. Хорошо. Напоминаю, что у нас были сегодня фаршированные перцы. Stuffed peppers. С гарниром, с картошкой. Кефиром
и сладким чаем с лимоном. Ну вот, тут всего ничего осталось доесть. Пока.